Вы сегодня проигрывали, но вам удалось победить. Как вы думаете, за счет чего? Ну, за счет воли к победе. Но мы на самом деле, мы не мысли, мы не создадим себе сами сложности, а потом героически их не преодолеем. Скажите несколько слов о вашем сопернике, команде «Нефтехимик». Соперник хороший. У нас в этом чемпионате вообще все соперники ровные, хорошие, качественные команды. Поэтому играть каждую игру очень интересно. И на следующий матч пожелайте своей команде побед, возможно. Хороший, естественно, только побед.